Чувашии подвели итоги благотворительного марафона именем детства во имя детства. Копилка Российского детского фонда пополнилась на 6,5 миллионов рублей. Куда направят средства, смотрите в нашем репортаже. Тут у нас две девочки, Милана и Стефания. В Чебоксарском доме ребенка-малютка заботятся даже о таких крохах. Здесь лечат и воспитывают детей-отказников, инвалидов и сирот. Благодаря помощи детского фонда в малютке отремонтировали водопровод, закупили детскую одежду и питание. В этом году получили еще средства. За полгода удалось собрать 6,5 миллионов рублей. Все средства, которые собраны муниципалитетами, мы отправляем обратно в районы республики для того, чтобы, значит, там руководители властных структур, депутатский корпус сами решили, кому в первую очередь необходима помощь. Каждый рубль важен для тех, кому предназначено, и для тех, кто это отдавал, потому что это все-таки в наше время непростое время, отдать от себя это тоже большое дело. Сделать большое дело и помочь детям решил и руководитель. Водитель одной из строительных компаний Валерий Семенов. Он пожертвовал одну из самых крупных сумм. Помощь вот такого образа, да, я думаю, она не лишняя. Она позволит, ну, несколько улучшить работу, улучшить условия проживания здесь, в наших воспитанников этих учреждений. Будет сегодня подрастающему поколению детям хорошо, будет, значит, у нас и уже наше государство, наша страна, наши люди будут жить лучше. Марафон именем детства во имя детства проходит 23 года подряд. Начиналось все с адресной помощи детям и переросло в поддержку целых учреждений, детских садов, школ. Чтобы стать благотворителем, ждать следующего марафона не обязательно. В детском фонде пожертвования принимают круглый год. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.